раненый во Второй Чеченской войне, вызвал огонь на себя, когда понял, что уже все. Посвящается разведчику Прищепному. Лето на исходе, солнце жаром пышет, только вот жарою нас пугать не надо. Мы температуры недели повыше, мы ведь ребятишки из-под Волгограда. Лихо разгоняюсь с горки по привычке, хуторок субботин, я въезжаю снова, вижу на заборе синюю табличку, улица Героя Юры Прищепного. Мальчишек, что в садиках советских, после запеканки, подтянувши шорты, начинавшись ниже, шариковой ручкой рисовали танки. Было все прекрасно, все о мире пели, олимпийский мишка полетел куда-то, и никто не верил, что на самом деле в этот год рождались новые солдаты. С этого момента сразу стало проще.